Известный на весь мир пуэрториканский певец выступит в первый день юбилейного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки. Концерт открытия состоится 3 сентября в New Wave Hall. На церемонии выступят и звезды российского шоу-бизнеса, а также будут представлены конкурсанты. Новая волна будет проходить на курорте до 9 сентября. Рики Мартин приедет на новую волну во второй раз. Впервые на сцену фестиваля он выходил в 2014 году, сообщается на сайте конкурса.